Это Олеся. Всем привет. Вы на канале? Олеся. Сегодня мы открываем вот такую Little Pony. Маленькая пони. И эта игрушка называется «Прогулка на корабле». Вот здесь коробочка в коробочке. Вот такой красивый кораблик-лебедь. И на лебеде сидит, на этом кораблике сидит маленькая пони. Открываем? Да. Давай. Это здесь инструкция. Что здесь еще есть? Ага, здесь есть... Это обещание. Вот, здесь инструкция, как нужно делать. Как ее собирать. Ее еще собирать нужно. Сейчас соберем. Подожди, моя хорошая, нужно сзади вот здесь обрезать вот такие веревочки, где она зацеплена. Вот здесь посмотри, ты прочитала, молодец. А теперь посмотри инструкцию, как ее нужно собирать. Ее нужно еще собрать. Вот, смотри, это весла. Это когда кораблик плывет, нужно вот так вот веслами делать. По воде тогда кораблик будет плавать. Ты еще, наверное, не плавала на кораблике с веслами никогда. Или на лодочке. Ну вот. Вот такой вот кораблик. Вот так крутится, да. Подожди, я чуть-чуть. Это нужно прицепить вот сюда, посмотри. Вот это называется уключены. Весла нужно поставить в уключены, как-то вставить. Ну-ка, попробуй-ка. Ой, я могу. Получилось у тебя или нет? Смотри, только не сломай, осторожно. Давай я поставлю весла. Вот, мы вставили сюда весла. А маленькая пони. Сейчас, мы поставим маленькую пони. Смотри, нет, нет, ты там не держи, Алис. Нужно просто вот сюда нажимать, чтобы он ехал. Вот на эту штучку. Вот, потихонечку, видишь? И потом тащи его назад. Угу. Когда он едет, музыка играет, да? Подожди, нужно поставить ее ножки вот сюда. Одну вот сюда, вторую вот сюда. Видишь, это такие специальные подставочки. Вот, здесь она садится. О, у нее на хвостике резиночка тоже, чтобы не это самое. Вот, и посмотри-ка. Вот, мы ее посадили вот так в лодочку, дали ей весла, но ручек у нее нет, поэтому весла у нее в передних лапках. И вот сейчас она должна крутить весла, когда мы будем ее катать. Потихоньку. Дай я попробую, можно? Да, вот, она гребет веслами вот так вот, когда ее катаешь. Ой, она тебе на ручку заехала. Опа. Что это такое за плавание с препятствиями? Это крыша у нее, видишь, от солнышка, чтобы солнышко слишком не пекло на солнце ей голову. Можно и так катать, да, просто вот так вот. Ю-ху! Да, уехала. А пойду гулять. Пойду гулять. Все, накаталась на лебеде, пойдет погулять. Ну, пускай пойдет погулять. А зачем это вытаскивать? Она пойдет с веслами гулять. С веслами не гуляют, с веслами катаются по воде. Что она там делает? Она кушает. Она кушает? Травку кушает? Да. Ням-ням-ням. Ну что, она покушала? Да. Смотри, лебедь приехал к ней. Little Pony, давай я тебя покатаю. Садись. А, уснула. Little Pony, пора просыпаться. Уже утро. Посмотри, петух прокричал. Как петух прокричал? Ну-ка, как петух прокричал. Вот, просыпайся, Little Pony. Мы пойдем кататься на лодочке с тобой. Опять спать легла. Что это за пони? Ну спит и спит все время. Пони, у тебя есть такая шикарная лодка, а ты только спишь и ешь травку. Ну разве можно так? Ты выспалась наконец? Она даже в лодке спит. Ах ты лентяйка! Разве можно? Посмотри, у тебя есть такие хорошие весла. Ты должна грести веслами,
для того, чтобы кататься. А ты только спишь и спишь. Ой, ну очень ленивая у тебя Little Pony попалась какая-то. Ну-ка. Вот, потихонечку ее катим, и она туда-сюда крутит весла. И играет музыка. Ну вот. Вот такая лошадка. Ну, а Алис больше нравится просто, когда она гуляет. Тебе больше нравится, когда она гуляет, чем на лодочке катается? Да. Ну, хорошо, пускай гуляет. Или когда спит вверх ногами на лодке, тоже очень хорошо. Опять уснула. Ах, это Little Pony. Еще и вниз головой. Ну, как она устала, смотри, прямо вниз головой уснула. Алис, разве так спят вниз головой? Вот, вот так. Все время спит. Ай, какая засоня. Ой-ой-ой. Почему такая засоня? Алис. Она ночью-то что делала, твоя Little Pony? Она не спала ночью? Спала. Спала? А почему она опять спит? Она еще бебе. А, ну тогда все понятно. Она просто еще бебе и все время поэтому спит. Ну тогда ладно, хорошо. Лошадка здесь такая очень интересная. У нее такие все ножки гибкие. Вот. Такая хорошая лошадка, у нее ножки туда-сюда все выгибаются, вообще как угодно. И просто сама по себе это уже хорошая игрушка. Можно ее хоть по вот так посадить. Вот. У нее такие красивые волосы, такие красивые розовые. Хвостик тоже такой, но он еще резиночкой завязан. Вот. И такая же очень красивая уточка. Вот у нее есть корона, это царевна-лебедь, наверное. Вот такая с бантиком розовая. И вот когда крутятся колесики, играет музыка. Вот такие колесики здесь. Когда не будем играть? Давай играть. Как, кстати, зовут? Опять я забываю всех этих Little Pony. Как ее зовут? Ты знаешь, Алис? Знаю. Как ее зовут? Little Pony. Ее зовут Маленькая Пони, но именно эту розовую. Pinkie Pie. Pinkie Pie. Это Маленькая Пони, которую зовут Pinkie Pie. Ладно, Алис, тебе понравилась новая игрушка? Понравилась тебе такая лодочка с пони? Пока. Все, уже пока. Ну хорошо. Давай попрощаемся и будешь играть дальше. Давай, скажи. Пока. Всем пока. Подписывайтесь. Пока-пока. Пока-пока.